День открытых дверей в аграрно-экономическом колледже – уже традиционный праздник. На протяжении более 60 лет в этом колледже принимают студентов, проводят экскурсию по аудиториям, оснащенным современным оборудованием, что и позволяет ориентироваться в выборе своей будущей профессии. Подготовив высококвалифицированных специалистов своего дела, ежегодно аграрно-экономический колледж выпускает около 1500 студентов по различным востребованным на рынке труда сферам деятельности. Я как работник Министерства образования хочу вам сказать, к сожалению, на сегодня не все образовательные организации дают качественное образование, к сожалению. И то, что сегодня вы посетили колледж, это правильный шаг. В этом колледже, я вас заверяю, дают качественное образование. Аграрно-экономический колледж – крупнейшее в регионе инновационное учебное заведение среднего профессионального образования, где работают мастера своего дела, обладающие ясными и четкими целями модернизации среднего и начального профессионального образования. Как отметил директор колледжа Абдурагим Бексултанов, на сегодняшний день идет процесс обновления компьютерных залов новейшими технологиями. Также с нынешнего года студентам будет предоставлена возможность проходить стажировку за пределами Российской Федерации. Девиз нашего колледжа, уважаемые, это значит качество, доступность и конкурентоспособность наших специалистов. В этом направлении нами сделано много. Мы в этом году отправили на стажировку наших студентов в Германию, пока, правда, 4 человека. На следующий год мы хотим отправить уже целую группу. Заместитель главы администрации Тагир Гаджиев поприветствовал присутствующих, отметил, что город гордится высокими достижениями студентов и педагогов колледжа на различных конкурсах и пожелал руководству и педагогическому составу дальнейших успехов всегда держать статус колледжа на высоком уровне. В продолжении выступления Гаджиев рассказал, с какой целью был образован колледж и отметил, что он на сегодняшний день расширил свои контакты в регионах Северного Кавказа. Агроэкономический колледж – это действительно перспективное, востребованное учебное заведение. Здесь говорил Абдурагим Абдагирович, мне даже очень приятно стало, действительно приятно, который занимает ведущие позиции в республике. Это всесоюзные конкурсы, фестивали, соревнования. Конечно, это большой труд. И за это огромное вам большое спасибо. Для выпускников 9-11 классов была организована обзорная экскурсия по колледжу с посещением аудиторий, оснащенных современным оборудованием, с целью привлечения абитуриентов и ознакомления их со всеми профессиями. Как проходят занятия в колледже, гости смогли увидеть на открытых уроках по различным специальностям. На сегодняшний день колледж выпускает высококвалифицированных специалистов по направлениям экономики и бухгалтерского учета, механизации сельского хозяйства, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, программирование в компьютерных системах и прикладная информатика. В данный момент вы находитесь в лаборатории программирования, где у нас проходят все лабораторные занятия. Как вы заметили, наверное, у нас в колледже все современные технологии, которые дают возможность обучать наших студентов на должном уровне, дать то образование, в котором они нуждаются. Также каждому желающему была предоставлена возможность пообщаться с преподавателями и мастерами производственного обучения, получить ответы на все интересующие вопросы. По словам преподавателей школ, проведение такого рода мероприятий являются важными, так как здесь потенциальные студенты могут ориентироваться на свою будущую профессию. Зарема Хайбулаева, Расул Гаджиев, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».